Здравствуйте, дорогие друзья! Я Николай Лысков. Сегодня 9 мая, праздник, День Победы. Я не усидел дома, хорошая погода, теплый день. Я решил выехать на озеро, попробовать поймать немного окуня. Он уже должен отнереститься. Несколько дней стоит хорошая погода. Озеро прогрелось. Посмотрим, может, удастся немного поймать. Нет, ну тоже ничего страшного. Всем желаю успеха. Смотрите мои видео на моем канале. С вами был Николай Лужков.